Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Вито, это ладно. Ты? Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил, и что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя, а то все домой пошли. Странно, Джо. С чего бы это? А? Да. Ты за рулем? Не, на такси. А то сопрут машина. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Марти. Я открою. За тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно было быть. Не должно! О, господи! А, черт. Ты издеваешься? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно, сейчас. Thank you.
Так, мы на месте. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не так. Слушай, ты звякни мне завтра, ладно?
А это еще кто? Эй, Вито, 100 лет не видались. Ага. 100 лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клементо убит. Слушай, Вито, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай, насчет твоего ухода. Клементо с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. И что нового? До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Ну, я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Микки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот сам. Голосочек, как у Мини-Мауса. Ага, да, слышу. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. У вас идиотов за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? Вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну такой. Да, не вини же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи. Он собирается на нас наехать, а я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клемента. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клемента. Ну надо же. Насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клемента. Настоящий профи. Да? Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но... Вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вито говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не у дел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клементо и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую.
Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать, просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся. Сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают? Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вита, на сегодня пока все. Но заезжай завтра, договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Всегда рады, мистер Скалетто. Вас понял. Полагается штраф. Спасибо, офицер. Ладно, чтобы я тебя больше не видел.
Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай, пока не схватал. Лео, убери пушку. Это я, Вито. Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорее собирайся. За тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут, уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками, все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли мер. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно, они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся. Быстрее, пока он внизу. Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Что, вдвоем? Я не голубой. Я вдвоем с мужиком в шкаф Мадонна, не полезу. Лео, лезь давай, у нас времени в обрез. Эй, не прижимайся. Подвинься. Нет, ты подвинься. Шш, заткнись. Эй, надеюсь, это пистолет. Заткнись. Что за черт? Привет, Генри. Вито? Это твой друг. Нет, он пиджак хотел повесить. Ладно, ладно, вылезай оттуда. Какие интересные тут в шкафах скелеты. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь меня спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вито, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал, все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео. Должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вито. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео! Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Thank you.
Вита, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ты туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост-Хевен. Сделаю преследую гонщика! А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Придется платить, сэр. Вот, можно я пойду? Сделай себе одолжение, исчезни. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на покой. Вот ты живешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не изменится. Он драчун. Сейчас он служит молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом... завяз. Я сам выбрал, Лео. Ты просто все немного ускорил. И потом, что еще мне было делать? Горбатиться в доках, как отец? Кому ты это говоришь, мальчик? Какого черта тут творится? Так что ты будешь делать, Вито? Похоже, что ты уже по шейку увяз. Понятия не имею. Я просто хочу срубить бабла побольше и не остаться без башки в процессе. Как оригинально. Это не так-то просто, малыш. Поверь мне. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет? Хорошего отдыха, старина. Чистим туфли! Подходите!